Всем привет, с вами канал Classic Bike, и сегодня я решил вставить своих 5 копеек, а точнее сделать небольшой обзор на велосипед, который стоит за моей спиной. Это Schulz Wanderer. Я думаю, что кто смотрит меня уже давно, знает, что данный байк принадлежит моему брату, с которым мы в прошлом году ездили в большое велопутешествие. Есть целых 2 ролика о нем. Если вы их не видели, то ссылочки будут в описании. Обязательно проходите, смотрите. Было очень круто, интересно. Ну, короче, как всегда. Может, только для меня было интересно, не знаю. Перед тем, как излагать мысли на камеру, чтобы потом показать этот ролик вам, я сам лично на нем ездил целую неделю. Даже в выходной отправился в небольшое ПВД, в поход выходного дня с палаточкой, там костер, все было круто. Проверил его на разных покрытиях, на асфальте, на лесных дорогах, на гравейке. И так как Schulz Wanderer туринговый гравийный велосипед, как его обзывает сама компания, я решил поставить багажник, повесить на него сумки. Давно я уже с ними не ездил, и скажу вам честно, было очень непривычно. Новые впечатления я получил. И начать я хочу с того, с самого главного, подвести сразу итоги, потому что многие люди не любят смотреть длинные ролики, так что эта часть для вас. Если вы заядлый уже турист не один год, ваш велосезон больше 1000 километров, то данная сборочка не для вас. Я не знаю, когда вы там будете смотреть данный ролик. Это все-таки бюджетный велосипед, сколько бы он там ни стоил. Лучше купить отдельно раму и вилку и соберите что-то подходящее для вас. Потому что это хорошая сварная рама на хромолевых трубах. Schulz хорошо поработал над ее геометрией. Здесь бонок немного, но их достаточно для ваших туристических сумочек, каких-то там штук, которые вы хотите повесить. Если вам важен вид вашего велика, а точнее рамы, целостность покрытия, то сразу бронируйте в защитную пленку. Это вам на заметку. Потому что здесь вот уже появилась целая куча разных косок. Я даже здесь уже пленкой брату заклеил. Возможно, еще заклею вот здесь. На рулевом стакане протерлась тросиками. Так что не думайте, раз он покрашен порошком, то это покрытие намного прочнее, чем там акрил или чем там еще велосипеды красят. Так что защищайте свои рамы, если хотите, чтобы они были красивыми. Ну а те люди, которые только ступают на тропу велотуризма, хотят покорять свои первые 100 километров, то данный велосипед подойдет идеально. Да, у него есть нюансы, но они вам не будут мешать, потому что я считаю, что это велосипед начального уровня. То есть, когда вы только ступаете вот на эту вот дорожку, хотите испытать себя первыми небольшими путешествиями. Сейчас я вам подробнее о нем расскажу, на чем он собран, какие есть нюансы, что мне понравилось, что мне не понравилось. Так что, поехали. С рамой мы разобрались. Это хромоль 4130, батированные трубы, порошковая покраска. Руль алюминиевый баран, ширина 460 мм, угол ручек 15 градусов. Вынос от Zoom, алюминиевый, кованый, длина 60 мм, угол 7 градусов. Из-за такого короткого выноса руль становится очень чувствительным в некоторых моментах и велосипедом сложно управлять. Я думаю, многие поймут, о чем я говорю. Но если поставить вынос длиннее, то посадка уже не будет такой удобной. Хотя ростовка рамы моя. Если вы понимаете, в чем дело, то напишите в комментариях. Рулевая Neca H282, безрезьбовая, промподшипники. Подсидел от Uno 27,2 с двухболтовым креплением седла. Кстати, забыл сказать, что здесь подсидельный зажим развернут. То есть этот разрез в раме, он спереди, чтобы сюда не попадала грязь. Сидушка. Моя любимая сидушка от Vela. Если у вас тощая задница, эта сидушка 100% вам подойдет. Это Vela VL1A64. Вилсет. Обода 28 дюймов, двойные, алюминиевые, 32 спицы. Подходят под бескамерную установку. Так что это тоже плюсик, но я не любитель такого. Насчет их качества я пока ничего не могу сказать, но за 1250 где-то
плюс километров, с ними все в порядке. Втулки передние 100 мм, задние 135 на промподшипниках. Что за фирма, если честно сказать не могу. Тоже втулки пока катят отлично. Покрышки. Компас W3113 Saturn Ring 700x42C. Если честно, вообще не знаю, что это за покрышки. И как по мне, это один из минусов данной сборки. С личного опыта, на грунтах еще более-менее, на песке держака у них почти нет, особенно бокового. Я просто в лесах пешком ходил, если, ну, нормально песочка. Очень быстро стирается протектор и, самое главное, легко пробиваются. Что по зазорам? Максимальная высота с крыльями 42C. Получается, те, которые сейчас стоят без крыльев, максимальная покрышка 700x50C. Такие данные указаны на сайте производителя. Шатуны алюминиевые 172,5 мм от правил. Пока с ними все хорошо, как и с каретой от NECA. Передний переключатель от Microshift R9. Ничего сказать не могу, потому что работает идеально. Задний переключатель также от Microshift. Отлично работает. Да, иногда сбивается, но что требовать от бюджетного переключателя? Работает он неплохо. Кассета от Microshift. Маленькая звезда 11, большая 36. Бренд-шифтеры также от Microshift. Если вы настроите их идеально, вся ваша трансмиссия будет работать тоже идеально. Не важно, что у вас там будет стоять. Да, конечно, если вы поставите получше задний переключатель, это будет просто ощущаться при переключении передач. Плавность, там вот эта вот вся точность, конечно, будет. Но и так вот в этом вот сетапе все работает отлично, если настроить. Про педальки я говорить не буду, потому что здесь пластиковые обычные топталки, которые ставятся на все велики. Есть здесь педали. Ну и спасибо. Совсем забыл рассказать про тормоза. Здесь ручки такие же, как на моем Шульце стояли. Это просто убожество. Я не знаю, почему они их ставят. Хотя сюда данные ручки подходят. Потому что, я думаю, вы заметили, что здесь туринг в ретро-стиле. То есть рама, все остальное хромированное. Конечно, на любителя, но выглядит красиво. Тормоза механические, дисковые, джек S5, ротор 160 мм. И, наверное, подошло время, чтобы рассказать, что бы я в первую очередь здесь поменял. Потому что здесь есть вопросы. Конечно же, это покрышки. Если по бюджетному, то можно просто антипрокольную ленту купить. Положить ее, и она вам немножко поможет. Но сцепление от этого не увеличится. Особенно на грунтах, на песках. Так что я бы поменял покрышки. Кстати, напишите, посоветуйте. Потому что по-любому данный ролик будут смотреть новички. Какие можно сюда поставить недорогие, но хорошие покрышки, которые будут подходить для всех плюс-минус видов покрытия. Там асфальт, гравейка, ну и какой-то небольшой песочек. Ну и следующее, что я бы сразу поменял, это тормоза. Да, он останавливается, но не так бы, как я хотел. Я понимаю, что это механика. Велосипед для туризма. Вы что, хотите, чтобы люди поубивались, когда с горки будут спускаться? Ну ладно, если вы в год ездите там 500 километров плюс, там от дома недалеко отъезжаете, горок у вас больших нет, то данные тормоза еще пойдут. Если вы со мной не согласны, то напишите в комментариях. Я знаю, что есть люди, которые на данных велосипедах проезжали по 3000, по 4000, и не просто там по плоскости, а в горах ездили даже. Есть такие блогеры, я знаю, я за всеми слежу. Я много роликов пересмотрел перед тем, как говорить своих 5 копеек. Но в целом мне велосипед понравился. Еще раз повторимся, для прошаренных туристов я его не советую. Покупайте просто фреймсет и собирайте свой Dream Build, то, что вам нравится. Чтобы он отлично катился и отлично тормозил. Шульц — это всегда очень странный велосипед. Кто-то его хвалит, кому-то он не нравится. Короче, в нем очень много странных решений. И когда ты его покупаешь, с этим приходится мириться. Вроде бы все. Если о чем-то забыл, жду вас в комментариях. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в будущем. Это наша кукуруза белорусская. А это Андрюха. Камеру вырубай! Камеру вырубай!
Thank you.